Сейчас вновь к новостям из Сирии. Сразу 5 оппозиционных движений страны обратились в российский центр по примирению враждующих сторон, созданный при авиабазе Хмеймим. Они просят создать инициативную группу по разработке проекта новой конституции Сирии. В ходе встречи представителей оппозиции, духовенства и вооруженных формирований участники констатировали вклад российской стороны в наступление режима прекращения огня и призвали к скорейшему началу политического процесса в Сирии. В Коране есть фраза «Мир лучше, чем война», поэтому мы следуем этому принципу и решили примириться. Мы сейчас не говорим, что это примирение между мусульманами. Мы говорим, что это примирение между всеми людьми. Найти площадку для переговоров, пути выхода из кризиса. Во-первых, мы знаем, что в Сирийской Арабской Республике роль Российской Федерации очень велика, поскольку она является инициатором прекращения огня. Во-вторых, она выполняет роль посредника между всеми сторонами конфликта в интересах решения выхода из кризиса. Наконец-то наступил мир на нашей земле при поддержке российской стороны. Наконец-то мы сделали первые шаги по прекращению боевых действий. С 27 февраля начинают улучшаться условия для сирийского населения. И сейчас я хотел бы сказать вам одно. Может, хватит воевать. Я считаю, что сейчас наступило время начала политического диалога. Наша страна нуждается в новой конституции. Для этого нам необходимо привлечь все силы, всех полевых командиров и муфтиев. Всех, кроме террористов. Им нет места на сирийской земле. Даст Бог, мы создадим переходный совет в самое ближайшее время. После проведения переговоров мы сможем принять новую конституцию, провести демократические выборы и сформировать всеобщее доверие сирийского народа к власти.